Всем привет, hello, здрасте, девочки, мальчики, друзья, подписчики. С вами Крэш Паша Паханчик Пашунчик. Играем сегодня в бабушку, гранюшку, пердуську и так далее. Вы меня в комментариях попросили показать, как я играю вороном бабки Гренни, потому что сейчас все делают видео про то, как они играют. И вы тоже захотели посмотреть, как я летаю по дому на крыльях ночи и так далее. Эту фишечку вам покажу. Для этого нам нужен дробовик и нужен корм. И нужно, чтобы бабка нас не убила. Что, если дверь закрыта? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Короче, с вас лайк, потому что ворон очень прикольный. И летать очень тяжело за ворона. Так, кусачки. Просим здесь. Надо искать быстро корм и дробовик. День два. Уже день два, потому что я чуть не обкаканился здесь. Короче, корм нужен, чтобы ворон вылетел с клетки, и мы его должны убить с дробовика, пока он жрет. Потому что... Так, дверь открыта. Да, в этой версии пофиксили. Потому что если он умрет в клетке, то там может остаться инфекция ворона. И, возможно, когда мы ставим ворона, мы сдохнем сразу. Поэтому его нужно убить вне клетки. Ну и, разумеется, нужно, чтобы вы поставили лайк. Потому что без лайков тяжело стать вороном. What the fuck. Бабка, короче, преследует нас по полной. И я не уверен, если так чувствую с этой бабушкой. Она какая-то быстрая, хотя я врубил легкий режим. Короче, нужно быть аккуратными. Нужно быть очень аккуратными. Так, быстро, быстро, на кухню. На кухню, пока бабка не видит. В смысле? В смысле? В смысле? День три. Мы еще не нашли ни одного предмета. И уже третий день. Ё-моё, ё-моё, просто. Как так? Как так нас бабка гнобит? За что она нас не любит? Я не понимаю. Короче, все, не тормозим. Блин, нас шатает уже по полной. Персонаж хромает, это немножко бесит, конечно, но что поделать, если не попались. Где может быть корм и часть дробовика? Вот самые главные вещи. О, первая часть, отлично. Первая частичка. Так, Мишка Тедди. Мишка Тедди, Мишка Тедди. Ты-ты-ты-ты-ты. Кстати, ворон же здесь живет. Давайте посмотрим, что у него есть. А то, знаете, мы как-то пошли. Смотрите, у него этот... ремонт контроль. Открывать тайную фигню. Ладно. Блин, нас вообще шатает не по-детски. Итак, девочки, мальчики, я просто минут 10 все собирал, пока собрал дробовик, пока собрал вот эту фигню нашел. Блин, я ее искал по всему дому, а она оказалась здесь. Хорошо, что у меня молоток был, короче, и я справился. Так, какая у нас ситуация? Мы должны выманить ворона. Убить его с дробовика, чтобы он нас не заразил в клетке. И мы окажемся в клетке и будем играть в вороном. А летать по всей карте и посмотрим, что вообще есть интересного там. Так, корм. Вот он, хорошо. Биоцида. Равен. Блин, бабка где-то капканы ставит, надо быть аккуратным. Готово? Жри! Вы слышите, как бьется наше сердце? Это потому, что мы становимся вороном бабки Гренни. Смотрите, мы с вами оказались в клетке. Мы в клетке, офигеть. Просто жесть. Смотрите, мы можем забрать эту штуку наверх. Я не буду это трогать, потому что у меня крылья. Я еще летаю. Смотрите, я могу летать по всей карте, махать крылышками, каркать. Смотрите. Вот дробовик наш остался в этом же месте, где мы его бросили. Так, а мы можем пожрать? Как бы мы ворон, но нам не дают пожрать. Офигеть, может быть это еда заражена теперь, после того, как ворон рядом с ней взорвался от нашего дробовика. Короче, погнали искать бабушку. Так, а мы можем сбить? О, смотрите, мы не можем мясо сбить. Наверное, потому что мы летающие, а летающий может летать по всему дому, где хочет. Так, погнали дальше. Погнали, полетаем в тайном проходе. Офигеть, здесь закрыто. Мы, наверное, не сможем сдвинуть эту фигню. А может сквозь нее? Ворон, наверное, может проходить сквозь стены, если мне не ошибает память. Да, кстати, это, опять же, фановый режим, чисто для моих подписчиков. Смотрите, бабка пришла. Фановый режим чисто для моих подписчиков, чтобы вы посмотрели. К сожалению, в это поиграть невозможно, потому что, опять же, фановая фигня.
Но вы ставьте лайк, потому что ворон это очень круто, смотрите. Вокруг бабки кружим. Кружим вокруг бабки. Бабка. 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 Сейчас у нее башка закружится, она пердится. Ладно, поехали. Ну, смотрите, гравитация в доме отключена. Ну, я думаю, если бы мы стали вороном и гравитация бы не выключилась, мы бы по земле ходили. Потому что ворон за счет гравитации, наверное, летает. Так. В окно пролетели, офигеть. Смотрите, можем залететь в колодец, полетать здесь, тоже чётенько. Так что в ящике. Смотрите, мы можем прятаться в ящике за ворона, даже не садясь в него. То есть мы в ящик залетели просто. Смотрите, в дырку можем пролететь. В дырку пролетели от гильотины. Офигеть, так, в окно. Надо вот так вот через... Чтобы красивее было, надо через эту щель пролетать. Офигеть. Так. Патроны для другого. Телек. Можем в телек сесть? Смотрите, мы из телека смотрим. И здесь забаговал пол. Вы видите? Стоп. Мы как будто видим какую-то тайную комнату. Офигеть. Так, а если вот так залезть? Блин, через шкаф не получается. Через телек выходит только. Смотрите, через телек видно тайную комнату. Офигеть. Офигеть, офигеть, офигеть. Ну, вы знаете, что это за тайная комната. Это просто подвал, как бы. Но из-за того, что он в баге, он не прогружается. Так, давайте съездим к паучку. Сможет ли нас паук съесть, когда мы ворон? Так, смотрите, можем дверь открывать клювом. Блинский блин. Ну ладно, через дверь полетим. Я не хотел, чтобы было так некрасиво. Опять же, это фановый режим. Но все равно. Смотрите, паук. Вы помните, что у этого паука есть? Смотрите. Жопа. Ему даже дырку нарисовали. Вы что гоните, разработчики? Так, в рейндж. Так, а в паутину, если мы залетим, мы запутаемся. Смотрите, через паутину эффект такой классный создается. Как будто фигня какая-то. Офигеть, 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 офигеть. Ладно, полетели назад. Полетели. Можем уронить? Не, не роняется. А камера нас заметит? Камера. Нужен молоток. Ворон молоток не может. А знаете, что мы можем? Мы можем залететь в вентилятор, смотрите. Смотрите аккуратно. Офигеть. Сейф кей. Сейф кей. Ну, мы его не будем воровать, потому что мы честный ворон, мы не воруем ключи от сейфа. Но мы можем посмотреть, что внутри сейфа лежит. Зря, что ли, летаем. А где, кстати, бабка делась? Она, наверное, обиделась, то, что ее ворон... Смотрите, ключ от машины. Но его тоже не будем трогать. Кстати, мы можем вылететь в туннель. Смотрите. Полетать по туннелю. Офигеть. Ворон-туннельщик просто. И смотрите, здесь тайный выход. Видите? С этой стороны кажется, как будто это все тайное. Кстати, вот. Так, это что у нас? Это сейф стоит? А если мы летаем? Ну, смотрите, здесь тайный проход вот этот. Мы по нему летаем. И если вы летите через сейф, попадаем в туннель машины. То есть очень круто все. Можно изучать карту. Как будто с читами, короче. Как будто с читами, только мы с вороном. Ворон, ворон-читер. Так, ладно. Смотрите, наша клетка родная. Залетаем в нее. Сидим на жердочке. Никому не мешаем. Кстати, все вещи попадали, так странно. Где бабка? Бабка. Можем мы на нее сесть, кстати? Давайте проверим. Вот она. Смотрите. Смотрите. Офигеть! Боже мой, что это такое? Мы видим ее кишки, мозги или что это? Рот? Внутренности, боже мой, что это? Почему глаза такие страшные изнутри? Разработчики, наверное, специально сделали для такого момента, если вдруг кто-то в голову бабки залетит. Смотрите, боже мой. В рот залетели. Офигеть. Так, а концовку можно сделать? Не, в концовке нас нет, видите? То есть, если мы вылетаем... Кстати, подсветили чуть-чуть дверь, теперь ее видно. Кстати, здесь темнота, а здесь нет темноты, видите? То есть здесь прозрачная стена, здесь нет. Так, что будет, если залететь в туалет? Нас смоет в нем? Пшш! Нас смыло на кухню.
То есть вот так вот нас, с нами так поступили, с вороном, бабкой Гренни, к Анжеле давайте залетим. Анжела, привет, что делаешь? А что если к Анжеле в голову залететь? Тоже глаза ее торчат здесь, офигеть. Просто жесть, просто жесть. Так, где мы еще не были? Мы еще не были внутри машины, по-моему, если мне память не ошибает. Так, спускаемся, залетаем и рулим. Рулим, рулим, рулим. Прикольно летаем внутри. Прикольненько, прикольненько. Ладно, вылетаем, вылетаем. Так, ну в принципе мы все проверили здесь. Паука проверили, тайные проходы проверили. А, мы еще не были у жертвы. Давайте слетаем к жертве бабки Гренни, которую она убила в прошлой серии, смотрите. Вот она здесь. Смотрите, ловушка. И жертва. А что будет, если к жертве в голову залезть? Не, у жертвы в голове ничего нету. Ну, смотрите, видно зубы. Офигеть. Чуть-чуть зубы видно. Ну ладно, так, полетели на выход. Короче, давайте закончим нашу серию в клетке, опять же. Клетку нельзя закрыть, жалко. Если вам серия с вороном понравилась, это фановый режим чисто для моих подписчиков сделал. Но скоро будет еще один фановый режим, он вообще очень классный, с вас лайк. Ну опять же, колокольчик, подписочка, чтобы новые серии не пропустить. Ну а с вами был Крэш Паша, всем спасибо, всем пока.